Так, ребята, всем привет! Снова тут, и пришло время поразглядывать календарь на сентябрь. Давайте прежде всего глянем на ГМчика сентября. Это такая милая, я бы сказал, даже русалочка. Зовут Седна, знакомьтесь. Что она у нас? Ну, в двух словах, это хилер, причем со средней скоростью. И тут он, да, восстанавливает 35%. Короче, жизни и каждого героя в обороне, в смысле в команде. И еще он дает 52% защиту от природы. Ну, сразу такой небольшой закос на защиту. И, в принципе, можно сказать, что будет стоять на защите герой достаточно хорошо. Думаю, что около топчика. И вообще много уже синих героев у нас, которые хилеры, которые стоят в оборонах. И это кого можно назвать? Ваня-маня. Это у нас Ньорд, Тескотлипока, кто там еще у нас? Ну, Нюкто, но Нюкто уже чуть, но все равно она там, можно сказать, условный хил. Вот. Так что где-то наряду с этими героями, если кого-то не забыл, вот, она, считайте, пятый такой же герой, похожий, поэтому ничего из ряда вон выходящего я не вижу. Да, там она еще добавляет ускорение регенерации маны, как у Тескотлипоки, но и еще самому, скажем, самому слабому герою по жизням, она там еще свои бонусы дает. Ну, короче, прочитайте. Я думаю, что хороший герой пойдет на войну, в атаку, в защиту. Я бы его хотел, но, к сожалению, кто посмотрел, я думаю, все посмотрели предыдущий мой видосик. Я там призывал на чемпионах, и мне выпал герой Августа. Поэтому я даже вот здесь сейчас будем смотреть, я даже не вижу мест, в которых мне бы стоило призывать. Ладно, давайте перейдем к событиям. 1 сентября. Кто-то идет в школу, а у нас начинается Лемурия. Новый герой, мне там делать нечего, пока не введут Лемурию с выбором. Я жду, как бездонат, именно такого, такой перемены. Могу ждать еще несколько лет, да, я это понимаю. Небольшой камень и спойлер, да, в огород наших разработчиков. Ну а также с 1 сентября очередной ивент Одина. Только что закончился в конце недели Один, и снова, и сразу сказать можно, что здесь будет в этом месяце опять три ивента Одина. Ну, прикольно, конечно, там практически за бесплатно немного там поучаствовать, и вам накидают слегка монеток, можно копить. Вот только проблема заключается в том, где же будут эти монетки тратиться. Ладно, давайте продолжим. Про Лемурию тут особенно ничего не скажешь, да, какой-то там новый герой, мне это все неинтересно. Готовимся к Одину, только уже поздно готовиться, 2 дня осталось, ну что-то можно там зарядить. Ладно, на следующей неделе, с 5 сентября, мифический титан, ну я так понимаю, это синий, и призыв арканы, да, как у нас переводят. Что за призыв арканы, я так и не понял. Сначала думал, что это призыв с выбором, но потом увидел, что здесь новый герой, и какой новый герой может быть в призыве с выбором, это для меня остается загадка. Короче, потом кто-то мне вот в комментариях писали, что там ждем пятый сезон. На пятый сезон тоже не похоже, да, потому что было бы написано S5. Короче, что-то ввели, не пойми что, я там в Дискорде не следил, но не уверен, что там что-то такое написано. Ладно, подождем и увидим, что же это будет за такой аркановый призыв. Вот, 7 сентября часовая башня. Но тоже там прохожу по минимуму, не парюсь на этих, на высоких уровнях. У меня слишком много сил и времени на это все тратится, я уже забил. Да и, честно говоря, призывы там по бездонату, ну, копейки, короче. Несколько призывов вообще ничего не дают. Переходим или не переходим? Нет, 6 сентября у нас еще и стартует очередной ивент. Сезонка, короче. Восхождение звезд. Очередной красный новый герой. Ну, о чем сказать. Я не выложил видос, я призывал во время этого юбилея. Напризывал там, короче, мне выпало 2 героя. Ну, не хочу больше там призывать, честно говоря. Да и, во-первых, и незачем. Да. Но герои там средние, нормальные, в принципе. Реджина, Андромеда, я бы с ними поиграл, но мне выпало 2. Да, спойлер уже, да, я, наверное, не выложу этот видос. Выпало 2 этих Нестора. Короче, на первую эволюцию я сразу кинул, прокачал уже. И пока не знаю, когда буду гнать его на эмке. Но, в принципе, стоит у меня в тапке понемногу. Как так, что красный герой будет наряду еще с Нестором, там вот эти вот. Ну, остальные герои там, на мой взгляд, еще хуже, да? Реджина там хороший шотер, его можно поймать. Но никаких имбовых там нет, поэтому я бы предпочел пропустить этот турнир и подождать, ну, даже не октября, а ноября, в котором, скорее всего, будет золотая эпоха.
или в конце концов до декабря дотерпеть и уже призывать всяких там снежков и Алис. Ладно, поехали дальше. После часовой башни у нас фарм Вальгалы, призыв Вальгалы, еще один Один. Да, и прежде всего на первой неделе этих восхождения звезд хорошо бы и пройти их, потому что на следующей неделе будет просто какой-то кошмар. Опять сначала фармим 3 дня Вальгалу непрерывно, потом фармим этих олимпийских чемпионов. Короче, неделя фарма, такие уже были, но это просто жесть. Еще в это же время там будет и Один. Короче, это самая жесткая неделя будет в сентябре, игровая. Так что всем терпения и сил. Вот, ну что сказать по героям Вальгалы и по легендарному уровню Вальгалы, все уже посмеялись, да, что там вроде как 4, ну да, 3, там 2 года ждать, когда все эти легендарные уровни откроются на Вальгале, на Лемурии и все прочее. Ну, короче, посмеялись над нами опять разработчики, но самое смешное не в этом, а в том, что заявлено при подготовке было, что за легендарный этап будет даваться 10 монет Вальгалы, а в итоге порезали все на 50%. Но это типа уже такой маркетинговый ход, на самом деле. Разогревают, подогревают интерес, но мы никуда не денемся, и так что с нами можно делать все, что хотят разработчики, то и делают, короче. Погнали дальше, все это мы когда пройдем. У нас стандартизированный турнир, который уже все, в общем, все знают. Альянс, Кубок Альянса, который, в принципе, много сил не требует сам по себе. Так что когда мы попашем хорошенько на третьей неделе, на четвертой можно будет вздохнуть с облегчением. Ну и на после четвертой условной недели, да, на пятой неделе у нас опять же четвертый сезон с новым героем для доната. Я там ничего не призываю. И дальше уже на следующий месяц, грубо говоря, опять Лемурия и опять Вентодина. Ну как-то скучно получается, уже немножко все уже в порядке вещей, все известное, знакомое. И, кстати, в сентябре не будет пути чемпиона. Да, видимо, он будет в начале октября. Ну, вот такой вот календарик. Из интересного, кому что, кому миф Титан, кому третья неделя фармовая, как мне, например, да, вот, наверное, единственное место, где я буду более-менее упираться и что-то фармить. Вот, так что, ребята, смотрите, изучайте. Ну, думаю, все. На этом обзорчик завершаю. Всем удачи, мира и берегите себя. Пока!